Слава Украине, привет всем от Полонского. Похоже, что Россия поставила все на то, чтобы дестабилизировать обстановку в Украине вот в течение этого месяца. Сейчас у нас май уже пошел, да, и на 21-22 мая расисты надумали, как вам сказать, устроить такую, знаете, кампанию дестабилизации и задействовали для этого все, что только можно, да, всяких так называемых оппозиционных блогеров, которые де-факто сидят на похлебке на Кремлевской, полезных дураков, вообще всякую, знаете, всякие непотреб, которые там есть в Украине. То есть Медведчук поднимает абсолютно всех, платит налево-направо, только, значит, убеждаете всех, что Зеленский нелегитимен, что руководство ВСУ некомпетентно. Короче говоря, убеждаете, что все пропало, все плохо и т.д. и т.п. и будет вам, короче говоря, красота. Но это так думают там в Кремле. И так думают их приспешники здесь в Украине, которых, кстати, не так-то много. И это в основном, кстати, те же самые блогеры, они в основном не с Украины, это в основном те, кто удрали с Украины в свое время, вот в начале февраля, в конце февраля, извините меня, 2022 года. И сейчас сидят кто в Польше, кто в Испании и так далее. Да, и вот они-то, собственно говоря, и занимаются такими вещами. И понятное дело, что приблизительно под это время Путин замыслил очередное свое наступление. И он его хочет сопроводить кампанией по дестабилизации внутри страны. Ну, это все читается, это все абсолютно, будем говорить, очевидно. Что у него получится, конечно, ничего. Почему? Потому что, еще раз говорю, блогеры из-за границы вряд ли ему помогут. Местные полезные идиоты, ну, их слишком мало для этого, их никто не слушает, они вообще никто, зовут их никак. Ну, вот, собственно говоря, и все. Но шуму будет много. Шуму в медиапространстве будет много. Они вот призывают не больше, не меньше, как Майдан 3 организовать и т.д. и т.п. Просто дурачье вот подобное, оно не понимает одной очень простой вещи, что украинцы выходят на Майдан, знаете, когда их достало. Да, вот когда действительно достало. Помните, такой даже на баррикадах здесь в Киеве был лозунг «Нас достало». Помните, да? Вот когда достало, когда они сами чувствуют, что они выходят за правое дело, вот тогда они выходят. Искусственные вот эти вот недомайданчики, это туда, на Россию, вот там это, может быть, пройдет. Когда их, или антимайдан, помните, тоже этих свозили на антимайдан, свезли, как этих самых, высадили, построили, привезли, а потом посадили назад в автобусы в синие и увезли назад, да? Туда, откуда их привезли. Это не про украинцев, это про вату антимайданную, и это про Россию. Вот у нас такие вещи, конечно, не проходят, но интересно просто лишний раз понаблюдать за потугами вот этих вот, как самого Путина, так и Медведчука и Шавок Медведчука.